Прекрасна музыка, как юна, она звуча сквозь времени пласты, в сердцах людских затрагивает струны любви, печали, памяти, мечты. Небеса с землей сближаются, поворот земли завершается, лютый холод в зной превращается в час, когда слышится музыка. Мы начинаем отчетный концерт детской музыкальной школы номер 9 имени Владимира Сагайского. Мы рады приветствовать наших дорогих гостей, преподавателей, родителей, учеников, всех тех, в чьих сердцах музыка отзывается радостью, полетом и любовью. А любовь способна принимать различные очертания. Ну, например, прозвучать необычным словом «тиритомба». О любви поется в неаполитанской народной песне «тиритомба» в исполнении хора средних классов ДНШ номер 9. Обработка Винченцо де Мильо. Руководитель Елена Валерьевна Попова. Концертмейстер Ирина Георгиевна Торская-Литвин.